Уважаемые воронежцы, дорогие земляки, сегодня ночью группа вооруженных людей совершила действия, которые выходят за рамки правового поля, здравого смысла и человеческого сознания. Мятежникам не может быть никакого оправдания. Любые попытки нарушить Конституцию и законы Российской Федерации будут пресечены и потерпят неудачу. Никакие обстоятельства не в силах заставить нас усомниться в верности курса, которым ведет Россию наш президент. Дорогие земляки, прошу вас не поддаваться на провокации и антизаконные призывы. Не сомневаюсь, что жители Воронежской области поддерживают верховного главнокомандующего, органы военного управления и всю российскую армию. Давайте сохранять разум и спокойствие.